Приветствую, с вами Александр Жига. Сегодня у нас 24 сентября 2019 года. И мы с Орленом отбираем почву для анализа. Как отбирается вообще почва? Если земля ровная и нет никаких там оврагов, то идет методом конверта. Вот идет, отходит от края поля 100 метров, берется проба, потом еще через 100 метров, и вот так идет, и берутся пробы. Пробы берутся на глубине, слой от верхнего до 20 сантиметров, вот это весь слой срезается, и 1 килограмм берется. Потом, когда отобрали пробы, у нас тут мы выращиваем томаты, и для томатов мы делаем одну среднюю пробу на 25 гектар. Хотя на овощи я бы рекомендовал делать все-таки одну пробу на 1 гектар. Но это очень дорого, потому что мы делаем полный анализ. НПК, микроэлементы, кислотность, насыщенность основами, органическое вещество, гранулометрический состав. Ну и соответственно, яма у нас выкопана, и сейчас Орлен почистит ее. Так, как подписывается проба? Проба подписывается, пишется дата, номер поля, участок поля, который у нас предварительно отмечен на карте. И также пишется полный адрес, номер телефона, кто отбирал пробы. И все, так уже нормально, оттуда выбрасываю землю. Не-не, просто выбрось. И теперь... Все нормально. Теперь вот на штык лопаты вот так срезаешь. Вот так полностью вот надо... Такой тонкий слой, да-да, тоненький. О, и вот эту землю бросаешь. Берем пластиковое ведро и вот бросаем. Да. Да-да, подбери, да, вот если видно, срезается на штык лопаты полный вот срез от 0 до 20 сантиметров орный слой. И бросается сюда. Все, все, это достаточно. И дальше мы идем, как я говорил, вот по диагонали. Раз, через каждых 100 метров будем делать пробу. Раз, два, три. И потом с другой стороны тоже. Раз, два, три. Вот так будем идти. Все, тогда спасибо. Привет с Киргизии, Орлен. Как по-киргизски привет? Кандайсыңдар. Салам. Салам, кайда... Салам, Кыргызстан. Салам, да? Кыргызстан, да. И Украина, все.